Всем кукушки, дорогие друзья, сегодня с вами я, допустим, мы продолжаем играть в Assassin's Creed 2. Остановились мы на том, что подобрали еще один неизвестный компонент, ну, расшифровку. И этот, как его, парниша занимался 18-й, ну, который он это делает, он парниша занимался, вот, и сказал то, что все хорошо. Пощадите, так. Сеньор, я просто сдох, засранец! Так, ну короче, да, и мы открыли вот все эти загадки, которые я еще до этого наполучал. Где этот умник? Что за хрень, я как его... Так, ладно, все, забили на него. Так, и все-таки что мы хотели сделать, я уже и не помню. Давайте будем курьером, чё будем. Побудем немножко курьером и пойдем опять-таки по заданию, потому что, да. Но насколько я помню, Якопа в Венеции скрывается. Нина, привет, спал, вообще Венеция. Ну хотя Венеция вроде красивый такой город. Да. Я хотел. Это нужно доставить немедленно. Поторопись и получишь награду. Да, никак не фиг делать. Свадебный колокол. А еще один женишок-то, да? Так, пофиг на этого, у меня и так бабла хватает. Не туда я вообще бегу. Нафиг тебя. Нужно остановить его. Да, мало, конечно, дается времени, но норм. Если бы сейчас не тормозил, тогда бы. Точно бы успел, а сейчас я немножко не уверен. Да это тупой лестница есть, да, быстрее. Давай. Парень, ты меня не видел. Какой же ты тупой, я сказал, ты меня не видел. Чувак, давай! Давай. Я ведь плачу! Взять его! Давай. Да что блин, это? Не останавливайся, всего. Но по идее я должен успеть, что тут? 50 метров за минуту. Ей, это было как-то... 1000 штук дали, ну, смотрите-ка, да? Ветераны правят народом. Мститель отважный найдется всегда. Сражается он со свободой. Неси же ты смерть. Ты не допел, чувак. Ты не допел ту песню, она мне нравилась. Ты поступил грубо. Так, ну мы, по идее, не должны заметить. 1600, ну почти 1700 уже. Что я сделал? Я просто ловить. Так, ладно, пофиг. Курьером. Пойдем, короче, на задание. Я хочу уже найти Якопа. Грохнуть Якопа и все. Посмотрите-ка на этого, а? Шального. Тихо. Вы сами напаслись, чуваки. Я хотел сбежать. Но вы слишком умны, чтобы дать мне уйти. Дай быстрее уже. Да ты надоел, ты. Хрени. Я сейчас сам тебя убью, бам. Давай. Хрени, что-то я вообще разучился. Да ну в жопу этого читера. Так, ясно, он воротливый скотина. Так, ладно, пойду тупо на задание. Черт, я его не вижу. Да, иди сюда. Вот, да. Ну вот и все. Легко и бледный просто. Просто я что-то как-то разучился реверсить, то есть что-то... Не получается у меня в последнее время это делать, это печально.
Бухни это лекарство. Ага. Да. Наверное, это южане. Они могут запросто убить из-за три монеты. Ну, да, я походу южанин за три монеты убиваю сразу. Надо нет. Что это? Здорово. Да. О! Ку-ку! Ой. Я не хотел так грубо. Да хорош! Безумцы сумасшедшие, бегите! Ну, ради пиксис, ну, норм. Да хорош, да ладно! Что я сделал? Вот этот всех парень я больше всего ненавижу. Бегуны все-таки. Конечно, я ухожу. Вы, конечно, бегуны, но лохи. Вы никогда не поймете мозг молодого ассасина. Сейчас вы делаете всякую хрень. Ну, блин, пацаны, чего вы не занакрываете? Эй, я не враг, Амико. Не верю. Так, не-не-не, пацаны, все хорошо. Спасибо, пацаны. Я всегда знал, что народ за меня. Да, ты со мной, ну давай, да. Догоняй, а ну догоняй. Если не догонишь, то будешь плохо. Давай. Догони и убей. Вот, туда. И все хорошо, чувак, не теряй меня из-за. Мы еще хотим поиграть в прятки. Давай, опа. Ладно, все, пора принять бой. Не сопротивляйся! Быстрее, он уходит! Давайте, пацаны. Такой встал, типа, вот ты фак, может, меня не запили, не заметили. Я стал бить такой, типа, все. Нет, пацаны. Не палим. Все-таки он запалился, ну и пой. Так, спускаемся вниз. Эккола, быстрее, за ним! Нахрен, нахрен. Конечно, я ухожу. С вами скучно, пацаны. Кстати, где этот грёбаный бегун? Почему я в неё вижу? А, вот здесь фигня какая. Так, и где? Всё, давай сюда. Эцио, наконец-то ты здесь. Мы нашли Бернардо Баранчелли. Да. А ты, Монотиция, говори, где он. Об остальном я позабочусь сам. В том-то все и дело. Лоренцо удалось его поймать несколько дней назад, после возвращения из Константинополя. Но он сбежал. Но враг сумел бежать. Мы полагаем, что сейчас он в Сан-Джиминьяно. Вабене. Я постараюсь загнать его в угол. Нам это не удалось, а ты хочешь сделать это в одиночку? Да я просто. Я знаю как. А я вам проще просто. А вы нет, вы лахи. К сожалению. Так, о, да он сравнительно недалеко. Я-то думал, можно в другой город бежать. А, фигня какая. Так, где дофигища стражи? Он там и есть. Древняя мудрость. Бонжорно. Почему они тут просто так стоят? Это подозрительно, мне кажется. Стражи, которые охраняют закрытую дверь. Обычно закрытую дверь. Которую я даже открыть не могу. Чё, опять на крышах этих зданий, что ли, засел? Чувак, ты меня не видел? Ты меня не видел? Зачем же так грубо, чувак? Чё, я нашёл, что ли? Забудется. Потеряет бдительность.
погибнет, все будет в порядке. Он наверху реально, что ли, крысит? Я пойду дальше. Нет, я буду задерживаться. Только как же спать? Когда же спать? Где же спать? На сторожевой башне. Они решат, что я спать. Они не знают. Да, я заплачу им. Какая разница? Им нужны только деньги. Всем нужны только деньги. Это хорошо для братства. И для меня так безопаснее. Да, да. Я попрошу, и тогда... И тогда я буду в безопасности. Мы встретимся, когда придет время, и я уйду отсюда. Свободен. Свое. Свое. Погоди, что это? Я что-то заметил. Опять какой-то мерчинарий, шпионит за мной. Да ладно, гонишь, что ли? Нет, это просто нервы. Тяжело сохранять спокойствие, зная, что он ищет меня. Я не должен отвлекаться. Скоро все закончится. Скоро. Где этот гребаный наркоман? Либо он на этой грёбаной башне, либо он где-то снизу. А, Кейт. Я же говорю, где-то фигич стражи, там он и есть. Так, нет, если он меня увидит, он меня запалит и скажет, типа, стража. Они такие, и все, и кирдык не будет. Ну, конечно, не кирдык, но больно, по крайней мере, точно будет. Так, сено. Гов, сено. Так. Нужно понять его маршрут. Он ходит возле колодца. То есть, в принципе, если я сейчас пойду в колодец, то ему будет плохо. Не, что-то стражи рядом с ним как-то немного. По-моему, ее раньше было, когда только я увидел, гораздо больше. Дай в колодец. Чувак, где кирдык, ты понимаешь? А подожди, мне что, по-моему, убивать не надо, мне под... это же курьер, не? Ну ладно, они меня запалили, ладно, так уж и быть. Ну, я просто такой пафосный, потому что типа, Где Якопо? Хочешь сделать с ним то же, что и со мной? Да. У тебя еще есть возможность умереть с чистой совестью. Мы собираемся в церкви, когда назначается время. Мне жаль, что так вышло. Покойся с миром. У него голый... Ааа, фу, мерзость. Так, все, пацаны. Спасибо за информацию. А ты не пройдешь. На, если... О, здорово. Не-не-не-не-не-не. Однако, по-моему, я много на себя народу согрел. Но я лучше не буду их убивать, а то стражи в этом городе совсем не останется, так что... А без стражи тут грустно. Не весело. Скучно, вот скучно. Так, и внизу тут у крыси нету, печально. Я на мини-карту вообще не привык смотреть, потому что я эту карту с укрытиями вообще как-то не воспринимаю. Я и так могу заныкаться, все. Я копаться, отлично. Брат, полагаю, ты уже слышал о том, что он выслеживает нас, намереваясь отомстить. Нам не следовало злоумышлять против него. Но что сделано, то сделано. И поэтому я назначил встречу с господином на третью ночь, считая от сегодняшней. Я буду просить его об убежище в Венеции, в Риме или у него. Мы соберемся в церкви Сан-Джиминьяно и двинемся к месту встречи. Оставаться здесь равносильно самоубийству. Остановить ассасина нам не под силу. Но, быть может, с помощью господина нам удастся дать отпор убийце. Как ты меня убьешь? Пусть Флоренция потеряна для нас, но это еще не конец. Да направит тебя отец понимания. Твой брат, Якопо. Интересно, реально брат или просто так? Типа бро, эй, бро. Вот у тебя плохая песня, чувак. Дай, догони меня. Сори. Ну так нечестно. Ладно, давайте сразу на второе задание пойдем. Да.
И она, походу... Да ладно, мне нужно опять на эту гребаную башню забираться. Что, прикалываетесь, что ли? Что я вам сделал? Почему вам так нравятся эти башни, а? Не, конечно, они высокие, прикольные, но, блин, не. Где? Аки. А, типа церковь. Аки. И следуйте за икопом. Ну да, конечно. Найдите икопа. Если я сдержусь и не убью его сразу, он приведет меня к своим братьям-тамплиерам, когда в списке появятся новые имена. И нафиг, убей икопа и хватит себе. А хотя нет, он же может самым главным привести. Чувак, дай побыстрее шуру, а? Давай. Так, ладно. Спускаться вниз или не надо, я не знаю. Давай спустимся, потом поднимемся еще. Да гонишь, что ли, вон он стоит. Я мог сейчас смешаться с толпой, интересно. Тихо. Они что, опаздывают? По крайней мере, они меня не заметили. Я должен их... Маги. Почему они отмечены красным, мне интересно? Типа, можешь убить, но не надо, а? Так, ладно, всем быстрее, быстрее, быстрее. Давай, куда ты тормозишь? Некогда тормозить. Чувак. Чувак! Давай, 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 хорош, хорош, хорош. Вон они, все, успел. Не кричи, понимаешь? Не пали. Тихо. Не с той стороны. Тихо, тихо, ладно, спускаемся так. И падаем. Он так ходит из-за белка косарский. Я думаю, вы меня с кем-то спутали. Не оправдывайся, чувак. Все будут на смертном одре. Якопа, что вы с дружками задумали? Ну он тебя не ответит, чувак. Он тебе не ответит. Мне кажется, это просто ловушка. То есть Якоб вот допедрил, что я его найду. И ловушку меня сейчас ведет, где человек 200 будут. Сидеть такие, ку-ку. Я такой, ку-ку, я не мне кирдык сделать. Чувак, отвернись, спасибо. Тихо. Я даже его обкрадывать не буду, а то упадет. Нет, бери. Да что ты взял? Ну не надо, Якопа, это была шутка. Так, он такой, ну труп человека и что? Ну подумаешь, убили его с чем-то острым и маленьким, может даже скрытым клинком. Ну и что? Обычное дело. Если учесть, что и ассасин на него охотится. На всякий случай подальше отойду. Так, тут есть девки? Нет, девок нет. Придется, походу, с боем пробираться сквозь этих стражей. А, не надо с боем прорываться. Можно тупо пересечь стеночку, давай быстрее. Тихо. Хорошо, хорошо, хорошо. Давай, давай, давай. Надеюсь, вы же не на лошадях сейчас пойдете, а? Ладно, где мой там Чаполина стоял, вон он. Шоколадный, точнее. Нарцисс пусть будет. Нарцисс, короче, у меня будет две разновидности. Лошади коричневые и такая более. Говорилось о Венеции. Там тоже есть тамплиеры. Ну, короче, пусть это тоже будет нарцисс лошадь. Потому что тоже такой. Ведь есть два тенка шоколада. Горький и сладкий, такой более темный, более светлый. Ждем. Блин, зачем я сразу лошадь брал? Аспетто. Аспетто.
можно сейчас, в принципе, вон тех вот девок заказать, чтобы быть всегда в тени, чтобы они меня не полили вообще. А, они сейчас разговаривать будут, это я помню. И если... Лошадь, что с собой не так? Лошадь, она такая, я не хотела, нет. Что с ней не так, реально? А, окей. Все, 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 хорошо, хорошо. Так, ладно. Плащ ему не угодил, козлина. Отходим сюда. Отсюда будет... Тихо! Ты же не сможешь наверх подняться? Ты же, блин, не сможешь наверх подняться, да? Сколько людей виновны в смерти моего отца? Отсюда я вижу, о, отлично, отсюда я вижу. Тихо, тихо. Эй, ты, капюшон, иди сюда. Эй, ты, подожди минуту. Эй, стой. Сеньор, сеньор, стойте. Я стою. Фу, отлично успел. С первого раза. Прошу прощения, господин. Я сделал все, что мог, но этот ассасин слишком силен. Очевидно. Иначе с тобой пришли бы и другие. Ну, кстати, да. Я уж не говорю о том, что Флоренции по-прежнему правит Медичи. Это все Франческо. Нетерпение сделало его безрассудным. Я пытался быть голосом разума. Скорее уж, глазом трусости. Кто бы говорил, сеньор Барбариго? Если бы ты прислал нам хорошее оружие, а не тот хлам, который вы, венецианцы, называете... Мы доверились твоей семье, но взамен получили только ленивых неучей! Тебя призвали к ответу! А ты придумываешь отговорки, да еще оскорбляешь нас! Как я должен с тобой разговаривать? Не знаю. Неважно. Ой, чувак, напросишься, ой, чувствуй, кирдык ему будет, о. Ну, я же говорю... Прошу, не надо. Что не надо? Я все исправлю. Чувак, тебя уже убили, все, кирдык, ты понимаешь? Нет. Ох, что за дрянь? Я вырвал приз у тебя из-под носа. Прости, ассасин. Как он меня запалил, мне интересно. Я знал, что ты пойдешь за ним. Более того, я рассчитывал на это. Ну окей. В таких делах у нас побольше опыта, чем у тебя. Убейте. Да, ну конечно. Вы убьете ассасина, конечно. Я знаю, вы просто выполняете приказ. Отпустите меня, и тогда я пощажу вас. Да что ты хотел сказать? Я просто не дал тебе договориться. Я так не понимаю. Да что ты, зачем тебе меч? Да хорош, ты что тупой-то, а? Наконец-то. Так, давайте захватим лекарство. Наки, их даже можно было и не убивать. Вовсе. Иди, друг. Не зная усталости и страха. Покойся с миром.
Так, все, пацаны. Воу! Не-не, еще я против, пацаны. Но все равно вы очень медлительны, потому что доспехи сильные, так что я просто убегу и все. Я его ничего не сможете сделать. Где мой нарцисс? Эй, кто стрелял моего коня? Эй, вы. Изверги. Вы кого-то ищете? Я могу помочь, если заплатите хорошую плату, я найду того, кого вы ищете. Я могу себя даже найти. Отлично. С такими друзьями, ну да, много не выживешь. Да. Память синхронизирована, последовательность E5, и заверши, да. Да. Отлично. Сейчас вроде как мы в Венецию попремся. Ну или да. Венецианец, да, в Венец. Ну или мы сейчас не будем в Венеции, а да. Или за ним усы выйдем. Или останемся в этой штуке в Флоренции. Да, Флоренция. Флоренция, Флоренция. Еще 2 года спустя, по-моему. По-моему, тогда был 70... Не знаю, короче, по-моему, несколько... 2 года прошло, если не ошибаюсь. Но я, честно говоря, не знаю. Так, отлично. Флорентийская республика, все хорошо. Ну а какое наше задание вы знаете? Кстати, да, я здесь тоже все синхронизировал. То есть, видите, да, у меня тоже все тут открыто. Вот, такое у нас задание узнать в следующей серии, так что до свидоса!